Осенью прошлого, 2023 года, после обострения палестино-израильского конфликта, Алла Пугачева вместе с мужем и детьми переехала на Кипр. Но остаться на острове надолго примадонна не смогла, климат оказался неподходящим. Где сейчас обитает исполнительница хита «Старинные часы», точно неизвестно. Алла Пугачева скрывает свое местоположение. По словам подруги певицы, портнихи Любови Аксеновой, вокалистка устала от пристального внимания прессы. «Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут», — рассудила приятельница Аллы Борисовны. Общаясь с журналистами, Аксенова сообщила, что примадонна всегда стремилась к спокойствию. Между тем суматоху и шумиху в жизнь Пугачевой приносили ее неугомонные мужья. Портниха вспомнила, как вокалистка ругалась со своим вторым мужем, режиссером Александром Стефановичем. Избранник старался привлечь внимание общественности, чем выводил Аллу Борисовну из себя. Аксенова уверена, что Пугачева вынуждена на старости лет скитаться по миру из-за мужа иноагента Максима Галкина. «Если бы не дети, примадонна давно бы бросила проблемного мужа», считает портниха. Любовь Аксенова уверена, что как только двойняшки Лиза и Гарри подрастут, Алла Пугачева вернется в Россию. «Алла всегда любила Россию. Я сама была в разных странах мира и прекрасно понимают, что таких людей, как у нас, нет больше нигде», сообщила приятельница беглой примадонны.